Итак, ребята, на канале Art Режим вы сейчас увидите Destroyed Короба. Поехали. Был на выставке, сниму для вас миниатюру. Миниатюра — это когда все крохотное, но словно настоящее. То есть ты находишься в кукольном домике. Посмотрите, как удивительно просто, насколько кропотливо сделано. Выставка была посвящена Карлу Марксу. Это философ, в свое время один из самых знаменитых людей. Много вещей тут здесь, тех, которые при жизни он, возможно, использовал. Но знаете, я в тот момент многое понял. Какая бы выставка ни была, очень важно на нее сходить и посмотреть своими глазами. Съемка ничего вам не даст, абсолютно. Вы должны именно почувствовать атмосферу. Тут много работы 2018 года. Люди сделали инсталляцию, современные художники. Весело. Действительно интересно и весело смотреть на это. Тут как можно обсирают и подстегивают Советский Союз, Карла Маркса в том числе, просто шутя, ставя их на одной там линии с Гитлером. Поэтому стоит посмотреть. Но опять же, это определенная атмосфера. И мало того, я вам скажу, ребята, это все русский музей в Питере. Это просто невероятно. Сходите. Также здесь очень много работ интересных. Ну вот, например, домик, дорога, из трубы дымок, а смотришь, а наверху луна, а все это на самом деле штора. Ну, гениально. Вот, например, большая картина. Здесь Сталин, ему несут цветы. Она огромная, такая масштабная, чуть ли не на всю стену. Все ему хлопают, он просто как крутой чел. Вот это, например, картина «Лыжники». Что может быть еще круче, позитивно? А вот эта картина мне нравится тоже достаточно сильно, потому что это очередь, не видно ни конца, ни края, и человек запарился, нарисовав что-то подобное, показав проблематику, что много очередей. Это, конечно, Советский Союз. Сходите на выставки, друзья. Мы знаем этого парня. Встречайте, невероятный Чили-Ви на ваших экранах. Итак, ребята, Чили Вилли, который живет на севере, он смотрел ящик, увидел, что можно купить хорошую накидку, чтобы согреться. У него куча кэша наличкой. Появилась небольшая проблема. У него всего лишь одна розетка. Ему необходимо найти вторую. И здесь он в этой глуши нашел соседа, у которого есть много розеток. Он просто непоколебим. Нереальный Чили Вилли просто насмехается над огромной собакой. Да, Чили Вилли нереально крут. Что он только не изобретает. Он настоящий инженер. Посмотрите на него, как он умно открывает дверь. Это просто нереально. Собака поняла, с кем имеет дело, заколачивает дом, но и даже это не останавливает невероятного мега-супер чувака Чили Вилли. Это просто бог мультяшных рисованных героев. Даже Чили Вилли, посмотрите, что он творит. Он открывает даже с пульта. Это просто супер. Да. Собака его пытается даже взорвать, но ничего не получается. Смотрите, прикольные темы. Чили Вилли, Forever.